Я не понимаю, где. А подавиться не боишься? Я не боюсь. Я как тюлень. О. Большой рот. Блин, я наступила на ваши мишки. Блин. Голови давай. Голову. Давай беленько. Давай. Финал. Да. В смысле финал? Найди, пожалуйста, я выплюнула. Найди, пожалуйста, вот там вот в пакете или вот здесь. Это на стол? Да, это на стол, да. Покроши кусочками. Я уже сижу на нем, да. Нас лимошу покормить надо. Да, о, йогурты давайте в холодильник, ребят. Настя, повынимай туда все. Ну что говорила, что вы так все. Все, тебя зажали. У меня руки в соли, я сейчас как блин, у нас на меня упало, ты что делаешь? Я забыла, смотри, что. Эй, это я не забыла, я это не брала. Что такое? Мам, ты назад, назад, ты забыл. Возьми, возьми. Спасибо. А на что похоже? Подделка. А Катя спрятала красную икру. Ты решила себе забрать, да, Катя? Да. Поэтому сегодня никто не ест. Катя, она у тебя в капюшоне. Никто, я чувствую. О, щёкла. Никто в желтых костюмах сегодня икру не ест. А мы сегодня ее уже и не едим. Да. Мы завтра. Потому что вы у нас ночуете? Стол накрыт. Вы у нас ночуете? А вот я еще думаю. А вот я пасту купила сегодня. А Вика, Вика приедет, ты ей звонила? Кай, давайте звонила положишь. Два раза, она не берет трубку. Я, кстати, ой, уже нервничаю. Так, я чувствую, это, я чувствую, это перевод продуктов. Да. Зато тебе контент делаем. А Настя. Помидорки не. Ну что такое? А что ты швыряешь вообще, мишки, покажи. Хариба. А только попробуй такую заставку поставить. Харибу швыряет. О, видел? Я не знаю. А вы у нас ночуете? У нас ночуете или нет? Не знаю. Блин. Кидай, я жду. Второй открой шире, ты как жаба. Блин, Настя, сметана-то есть. Ты слышишь? Да. Ну уже там. Может, просто стоя надо, сидя реально сложно. Видишь, ты стоя вправо-влево мантыляешься. Давай, Катя, встань. Давай. Ура! Чухать кролика. Такие глаза сделала смешные. Тогда и прожила. Научила. Выдрессировала Настя. Тюленчик номер два. Давай это, ну какой? Тогда три подряд в боуле. Давай. Какой называется? Страйк. А, дружа. Под носом. Нет, фару карлю. Давай. Боже, вы дурки. Что там нос у тебя? У тебя нос больше, чем рот. Я из-за этого комплексую. А вы потом будете это, мыть их и опять... Упала! Настя, что на пол упали, их потом куда? А? Помыть Настя. Да, сейчас. Да все, удача ушла. Я? Нет, уж не буду это делать. Я не поймаю. Да-да, попробуй. Я всех вытрясу. О, не поймаю! Ничего себе, так сдалека. Давай. Хватит! Ой, мой косяк, последний. О, блин, ты, по-моему, сварила и плюнула. Я ударила в угол. А Лариса пробовала? А Лариса не пробовала, Настя? Не, не пробовала. А Ларисе я кидаю. Могу я сыр покидать? Настя, давай что-то. Сыр покидать? Лариса сыр уже кидать, та поймает по-любому. Настя, ну давай сыр кидать. А что, сыр любит? Да. Давай. Оказывается. Подожди. Как хомяк. Я этот уже ела, давай другой. А он вообще хорошо летает? Ну, хорошо. Подожди. Сотер. Ушла в голову. Ну, прикинь, да.
же Настя сегодня в ударе. Что добро пропадать? О, слоила. Видели? Лиса! Она лиса! Лалиса! Да ты что ты так предупреждаешь заранее? Я заранее. А я не видела. Здрасте. А я не видела. Что мы сегодня? Про лису и колобка на лиса. Все, я там почти закончил. Ты теперь Лалиса. Получилось. А видела он так? Ты на. Ты можешь. А Катя сидит с серьезным видом. Такая. Ого, ты мне подсказал. Шишку из шоколада. А ну-ка, я попробую. Да, я попробую кинуть. Только ты не посматривай, что я буду кидать. Ну давай. Нет, давай я. Я тебя не обижу. Нет, я тебя не вижу. Ну давай. Ну, закрывай. А. Закрывай. Я пока будет лететь, увижу. Ладно, лови. Ага, увижу. Слушай, возле этого горячего лучше так не баловаться, мне кажется. Да, волосы очень опасные. Лови. Зайчик пришел. Привет. Да все смеются, да? Лизочка. Алиса, скажи, это хиба смеются? Не-не-не-не-не-не, куда? Ты что? О, ему это ж пора пролить. Мазик мой. Глянь, Настя. Моя зайненька, иди ко мне. Вот такой есть. Покажи. Настя. Ля, к тебе, какая она у нас лизушка. Всех любит. Где этого лимоши? О, раскопай тут бутылочку лимоши. Алисонька, это киви. Помнишь, киви ты учила? Это киви. Лариса, добавишь в свое блюдо киви? Нет, ты добавишь. А что за блюдо? Нет, я у нас повар. Видишь, как они похожи с Ларисой? Видите, Катя так не боится и не орёт. Потому что ты её не так внезапненько пугаешь. Да нет, тоже внезапненько. А ты можешь тут чем вражи нам? Знаешь, что я боюсь, меня утром так напугало. Как? Я тут чуть не это. А как напугало? Я с твоим что-то тут делала, не помню. Теперь я тут шишала. Тут у меня зазвонил телефон. Увлеклась. Это, что значит, я? Настя, Анастасия Константиновна. А все поняли, что это? Подползает ко мне на цепочку. А, я Ражина? Я думала, она... Ты. А, я думала, что она на морозе стоит? А, ну да. Я слушаю. Режим снежинка. Ну, так она спустилась с лестницы,
даже не слышно было, как это на было цыпочка. Возможно, я не знала, чтобы даже лестница не скрипнула. Подбегает, и у меня за спиной начинает звонить телефон. Я только разворачиваться к телефону, и на меня напрыгивает. И так в бока, как в цепь, как заорет мне на ухо. Я же вытянулась, извините. Примерно так. Вот только меня в лесу трясло, примерно так. Потом начала у меня вот тут вена пульсировать, она вот так вылезла. Я стою такая, думаю, блин, а это куда-то убежала собираться или что, я не знаю. А я ее ищу. А, ванна это была. Я ее ищу, думаю, сейчас я эту накажу, короче. Типа здесь. Да, она мне говорила. А Лена панику создала. Что? Серьезно? Я такого не знала. Она хотела, типа, ей плохо из-за тебя стало. Хорошо, что я ванной была. Ну, вообще не получилось. Да, жаль. Смотрите, какое мясо получилось с коптильни. Это куриное, да? Да. Да, пахнет копченым. Да. Только попала чуть-чуть вода там, где это, и оно чуть не то. Действительно копченое на вкус, Кость. Да. Слышишь, копченое на вкус. Папа уже засыпает, пока ждет. Ну такое, с дымком. Так, ну что, вот как-то так теперь наш стол выглядит. Сейчас мы еще добавим пюре. И еще мы добавим... А нет, шашлык мы не делали. Я разложу салфеточки.